Всем большой привет! Меня зовут Татьяна, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас 2 марта, второй день весны. Очень солнечно и хорошо. Люблю весну. Люблю все времена года. Они все красивые по-своему. Весной распускаются почки, цветут подснежники, потом другие цветочки. Все просыпается, распускается, цветет и пахнет. Лето, солнце, все спит, все зеленое. На море ездить. Чтобы не было так жарко. У нас бывает 38 градусов в тени. На солнце даже страшно представить, сколько. Осень, дождик, птицы улетают в теплые края, на деревьях желтеют листья и падают. И зима. Зиму я люблю снежную, морозную и снежную. Выходишь на улицу, а там все белое. Белое и чистое. Так что все времена года красивые по-своему. И я их всех люблю. Главное, чтобы они были все вовремя. У нас бывает в феврале мухи летают. Пчелки, трава растет. Вот это мне не очень нравится. Хочется как раньше, как в детстве. А напишите вы, какое у вас любимое время года? Или вы тоже любите все, как я? Все времена года красивые по-своему, это правда. Надо во всем видеть хорошее. У природы нет плохой погоды. Ко мне сейчас должна прийти женщина на педикюр, так что я буду работать. Всем хорошего дня, хорошего настроения, солнца, мира, 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 всем нам мира. Еще увидимся. Посмотрите, какая у меня здесь красота. Был один цветочек. Теперь еще два здесь. Эта герань уже сыпется. Звезда моего канала только начинает. Красуня моя. Феликс. Феликс. Кс. Кс. Феликсиану. Кс. Здрасте. Все, я, пожалуй, так и спит, сука, смотри. Будь гуси. И все, и дальше спать. Размораживается скумбрия. Хочу отварить на ужин. Почищу, сейчас помою, порежу вот так на кусочки. Немножко соли добавлю в воду, лавровый лист и несколько горошин черного перца. Дочка пошла за хлебом в магазин.
кошечкам насыпала корм. Мамина помощница посуду помыла. А здесь отварила буряк, будет салатик. Почищу, натру на терке. Добавлю чеснок и майонез. Так, сейчас надо подумать, какую картошку отварить или в духовке запечь. Решила запечь картошку. Вот так. Почистила, порезала. Сейчас немножко масла подсолнечного сверху так капну. И немножко приправки. Соль, черный перец и любимые приправки. И в духовку. Духовка уже греется. Вот так. Немножко масла, немножко приправы, соль. Рыбка готова, салат готов, компот с кладовки принесли и картошка. Дочка захотела с сыром. Вот так немножко оставили просто, а больше половины тут натерли сверху сыр. Будем сейчас ужинать. У нас сейчас воздушная тревога. Ой, Господи. Всем хорошего вечера. И спокойной ночи. У нас уже стемнело. Берегите себя и близких. Всем пока-пока.